Да, очень необычно. Вечно с этой стороны. Мы выбираем. Стоп! И боец сборной России проводит бросок, опрокидывает своего противника на землю и проводит атакующую серию Жакина Матяк. Рефер Исаевича сказал мне, что бойцу сборной Украины заменили примерно всех отбивающих локоть. Очень активный бой. Все это очень напоминает первый бой, который мы видели. Бойцы также не стремятся вообще бросовую технику, вводить клинч. Но активно атакуют ударами зеленями. Оружие и щитом. Очень хорошо удары, в том числе со стороны бойца сборной России. Серия удар ногой, удар в голову большому, но Станислав отвечает также тонко атакой клинком. Отмениваются атакующие действия щитом. Но очень хорошо пытается готов считать от голос каждой стороны. Отличный удар в затылок. Со стороны Ивана Васильева. Но явно пока его противник полностью и активно атакует. Первая поломка. 5 очков косых, вторая 15 и критическое поражение бойца. Отлично, хорошая серия со стороны бойца сборной Украины. И он отвечает контратакой и ударил с коленом в космос. Стоп! И бойцов клуба «Бояр» город Москва Ивану Васильеву. С правого угла нашего зала мы слышим только что видеть Татьяны Гурской, «Бояр» чемпион. Она это знает на то, что волки, потому что на каждом уровне этого мира также представляет клуб «Бояр». Но работа на третьей дистанции, активная работа длинком. Затемневый удар с бедро ногой. Развитие удара с подсчетом голову со стороны Ивана Васильева. Удар моего фото снова на голову. Активная контратака со стороны бойца у сборной Украины. Снова удар в затылок со стороны Ивана Васильева. Явно более длинный и тяжелый подсчет помогает бойцу сборной России расстреливать свой соперника на дистанции. Финальный удар бойца сборной Украины. Бросок щита в голову. И снова результативная контратака Ивана Васильева. Интересно, будут их болеют за своего бойца. Все, кто боятся,
несмотря на то, что Станислав явно устал, он более чем активно смотрит на пульт. Без такого фан-клуба, как есть в этом городе России. Технический нокаут. Как ощущение лица, не могилось жестких ударов фронтом щита, который получил Станислав со стороны Ивана. Техническим нокаутом побеждает бой.